Пасует на Фомие. Фомие бьет, передачу делает и от Юзепчука мяч в ворота залетает. Так неожиданно немножко даже для этого парня. 70-я минута, 0-3. Важный мяч в брестской карьере для Юзепчука, который хорошо вышел, забил. И помнишь, атаку одну очень хорошо слева разгонял. И пошел уже переодеваться Кирилл Кириленко, который также появится на поле. И но пошли вот болельщики по домам. Заметь, как потянулись небольшими, большими толпами по домам болельщики Днепра. Еще раз смотрим голевую атаку. Витус проталкивает на Милевского. Милевский на Фомие забегающего. И Фомие пасует так, что Юзепчук просто правую ногу подставляет. Но вот у Фомие